О, спорт и мир. В поселке Ильском за год построили спортивный комплекс «Юность» площадью более 1000 квадратных метров. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков и глава Северского района Адам Джерим. Я вас всех хочу поздравить с этим комфортным, большим, спортивным комплексом, наверное, его не назовешь, спортивным залом точно. Я уверен, что при грамотной организации здесь много-много будет заниматься мальчишек и девчонок. Я верю в то, что это и есть будущее района, будущее нашего края и будущее нашей страны. Успехов вам! Дорогие ребята, в год 75-летия Великой Победы президентом год назван годом памяти и славы. И все, что мы сегодня в этом году будем делать, посвящаем нашей великой победе. Мы помним наших ветеранов, мы помним те трагические годы сороковые, мы помним ту боль и трагедию, которая принесла нам война. Поэтому будем строить, будем созидать. И президент, и губернатор нас направляет на это дело. Огромное спасибо строителям, спасибо всем, кто участвовал вот именно в сегодняшнем дне. Мира, счастья, благополучия нашей великой России, нашей родной Кубани и нашему родному Северскому району. С праздником! К открытию комплекса готовились все юные спортсмены муниципалитета. Для гостей праздника свои показательные номера представила хореографическая студия спортивного танца «Диана». Глава региона отметил высокий уровень спортсменок и с напутственными словами обратился к ребятам. Я всем хочу пожелать, чтобы вы в жизни шли к своей мечте, шли к своей цели и никогда не отказались. Ни от своей мечты, ни от своей цели. Никогда не отказались. И никому не отдали свое место и свой успех. Потому что ваш успех – это успех вашего района. Это успех нашего края, это успех нашей великой России. Потому что вы и есть Кубань, вы и есть Россия. Мы и есть Россия. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков поздравил юных спортсменов и их родителей с большим событием и пожелал новых достижений. Спорт – это тот учитель, который правильные личности формирует. Поэтому каждому из вас успехов, если вдруг неудача, не останавливаться, а только набираться спортивной злости и идти вперед, только вперед. Всем больших успехов, поздравляю с праздником. Ильский спорткомплекс построили в рамках краевой госпрограммы развития физической культуры и спорта. Из регионального бюджета на его возведение выделили более 30 миллионов рублей. В новом спорткомплексе можно заниматься мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и гимнастикой. В нем оборудованы раздевалки, душевые комнаты, медкабинет и пункт видеонаблюдения. Главное преимущество таких спорткомплексов – доступность. Здесь могут заниматься не только школьники, но и взрослые.